Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня в планах, как вы уже поняли по приюшке, мы будем делать вертолет. То бишь, как он здесь называется, походу он называется автожир. Автожир. Просто автожир. Блять. Ладно. Что нам надо для этого? Нам надо три колеса. Так, кстати, нам три колеса. А что нам для колес надо вообще? Три колеса нам надо создать. Я вот, кстати, побегал в офлайне. Собрал детальки, собрал я себе ппшечку. Нашел я рецептик на создание ппшечки, вот, нашел гаечный ключ 5 уровня, он тоже такой, ну и скрафтил себе бур, вот, сейчас у нас, как вы понимаете, вышло новое обновление, 18.4, так, ну, и у нас сейчас, знаете, в чем изменение большое идет, у нас идет, то бишь, здесь было, походу, у меня уже больше нет камней, да, то бишь, с каждого камня давалось 5 цемента, а не один, как обычно, ну, ладно, черт с ним, это мелочи так, ну, не мелочи, потому что, посмотрите, зайдем сюда, посмотрим, сколько цемента она обобенила здесь. Сейчас нам надо песок. Кстати, у нас же делалось, походу, цемент, песок делался, да. Ну, тут 55 минут будет мудить, так что можно забыть про это. Чуть я еще побегал, улучшил подножие наше, да. Почти что везде влил, почти что в бетон. Второй ряд я почти что весь влил в бетон. Потому что, ну, друзья, видели, да, предыдущая волна уже была с копами. И довольно-таки так печально у нас происходило. Ну, не то, что печально, но все было все отлично, все замечательно. Но я думал, что будет как-то полегче. Вот. И мы начали вот такую систему здесь делать. Это вот штучка. Что она себе представляет? Почему мы ее сюда поставили? Мы ее поставили, потому что копы, например, потому что когда раньше они бежали, да, они вот меня, нас видели уже, да, отсюда, например, они нас видели, да, они уже плевали в нас, а сейчас они этого делать не будут, так как они нас полностью не видят, они видят только наши ноги, но они поэтому не целятся, им надо видеть вас полностью, чтобы они начали по вам стрелять, вот, так что видите, как у нас получается, да, мы, получается, пол тела только видно, а ноги по ногам он не будет стрелять. Вот. Так вот, для этого на это надо вылазить по кругу, сделать это полностью из металла. Тут, конечно, улучшенная уже фишка, да, но это очень дорого. На данной стадии мы это себе не можем позволить. Так и нам надо еще улучшить это все в бетон влить. То бишь, это, кажется, три ряда вниз надо спустить, потому что мы, ну, ставим их вот оттуда уже, чтобы у нас более конструкция была несущая нормально. Ой, ёптать, а там еще это вот. Ага, хорошо. Ну ладно, это угловые, я как-то пропустил их. Так, что здесь? Где-то тут было что-то повреждено. Кстати, еще что мы будем делать, мы покрасим нашу базу. Но даже не вижу смысла пока что красить ее, потому что, ну, во-первых, мы будем это все потом в сталь переделывать. Ну, чисто можно так ради интереса, можно еще скрафтить, это не проблема, это пофиг, ветер будет, так что... Это, может быть, и сделаем все это дело. Так, что это у нас? А что у нас здесь продамажено, не понял? Как-то так. Она на эту тварь плевалась по мне, и вот и плюнула прям вот так нехорошо мне. Прям в лицо. Хорошо, ладно. Короче, займемся этим автожиром. Автожиром, блядь. Так, нам нужен будет. Уголь нужен будет, это по-любому. Потом надо будет синтетика, да. Железо. Кажется, да, и все. Не помню. Так, где же колеса? А, масло и кислота. Ух ты, блядь. Масло и кислота. Ну, масло у нас есть, кислота у нас тоже есть. Так, нам надо три колеса сделать. Изготовить. Дальше что нам надо сделать было? Подожди, я уже забыл, что надо было сделать так. Каркас автожира. Каркас. Каркас, ты где? Каркасик, каркасик. 125 стали, окей. 125 стали у нас есть. Короче, я беру все, чтобы, блядь, возьму все, чтобы не бегать сюда и не... и пать мозг, как говорится, да? Так, по идее, сейчас должно хватить, да? Аккумулятор, запчасти, каркас, изготовить. Запчасти тоже надо изготовить. И, кажется, все, да?
Где этот автожир? Мотор мы стыбзим у генератора, он сейчас заряжается. А аккумулятор у нас есть. Так что три колеса у нас будет, запчасти, да-да-да, двигатель, это все, окей. Все остальное можно выложить. Так, это все можно выложить. Блин, только рисов тратить. А еще сколько улучшать, друзья, вообще писец просто полнейший. Я, короче, решил, что мы сейчас скоро будем здесь... Третий этаж, может, потом построим, но сейчас нам надо сделать... Нам надо сделать ферму. То, что, ну, жрачки делать... У меня есть дохерища фрукт этих... всяких разных вещичек, я уже выучился, хочу что-то покрафтить из этого плана. То есть у нас еще очень много гадостей, чтобы создать эти грядки. Надо супер кукурузу вырастить и все тому подобное и так далее. Так что нам надо еще было сделать? Нам надо было... А, мотор стыбзить у генератора. Я поставил, кстати, еще один генератор, но чисто на аккумуляторы. Мы его сейчас оттуда и заберем, да? Ну вот, мы тут... Вот, еще нашел я пятый аккумулятор и четвертый, да, тогда забубенил его. Вот отсюда мы спиздим генератор. А почему, а где мой мотор? Куда я дел мотор? Я что-то не понял. А где мотор? Алле, алле, где мотор? Хорошо, пойдем посмотрим. Где он нахер проделся? Куда он делся? А, я мотор спиздил для создания вот этого бура. Ешь ты, матрешь. Ладно, тогда пойдем сейчас. Знаешь, что сделаем, друзья? Спиздим генератор. У генератора один мотор. Потом найдем. Потом найдем. Стопэ. А это как? Почему здесь повреждено? Я не понял. Ну да ладно, хер с ним. Ой. Ой-ой, спокойно, блядь. Бесишься. А почему? Да что ж ты будешь делать? Мотор стыбзили, все, погнали. Что нам, аккумулятор нужен? Ну, возьмем второй уровень, там по большому счету без разницы какой, мне так кажется. Так, у нас колеса есть. Так, и знаете, что мы сделаем? Мы сразу же прорубим дырку. Прорубим дырку, главное. Сделаем... Дырку тут. Бур просто бомба. Это так улучшает вообще и облегчает. Все облегчает он. Так, почему нет тут цемента, блядь? Тут же вот как-то блок я даже не скрафтил. Что мне здесь надо? Цемента. А цемента нету, да? Так, ладно, пойдем сейчас что-то... Там у нас было чуть-чуть песка. Бетон. Нехило. Штукарь. Так, нам надо 10 бетона, так. 6 есть. Чтобы улучшить, по крайней мере, вот это. Окей, супер. Так, сейчас нам надо, что надо? Нам надо лестницу. Нам надо лестницу поставить. Так, лестницу поставить надо. Надо сначала ее скрафтить, чтобы ее поставить. Так, где там лестница моя? Лесенка. Лесенка, вот лестница. Не знаю, сколько надо. 3, я думаю, хватит. Так, стопэ, а что тут? А, булыжник крафтится у меня. Я думаю, что за хуйня? Так, окей. Так, ладно, еще сделаем одну. Чтобы я так подошел и было все нормально сразу. Хопа. Ну. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Заодно углы здесь забубеним сейчас. Как-то я их пропустил вообще, не понимаю как. Главное сейчас отсюда не стибнуться вниз. Здесь мы будем пытаться приземлиться на автожире. Потому что я с ним еще не летал. Мне это довольно-таки дико будет, наверное, думаю. Но отсюда мы потом запустим его в путешествие. Так. Сюда надо еще люк поставить, кстати. Давайте сейчас. А люк я могу сделать? Подожди, могу же люк сделать. У меня же есть это такое дерево. Потом
А подожди, ну да, ну надо сделать, потому что все равно не смогу иначе. Надо, чтобы создать железный люк, мне надо. Так. Нет, дружище, ты будешь открываться в эту сторону, вот так, сзади. Так, иди сюда. Да, вот так. Потом построим ферму. Так, ну что, это готово. Так, что у меня есть? Колеса есть, мотор есть, каркас автожира есть у нас. Так, нам надо будет двигатель, очень много топлива, я так думаю, оставляю. 10 тысяч у нас здесь есть. Еще здесь 10 тысяч. У нас еще очень много, тут еще в машине осталось довольно-таки много. Много топлива, блин, полный штук. 12 тысяч, 1200, это мы все продадим. Это на продажу у меня, но это, конечно, не на продажу. Это просто я сюда положил их. Вот, так, это потрошку пусть стоит. Досочки мы положим сюда. Сюда. Это сюда. Туда, вот так, вот так. И все распределим. Потом, если что понадобится. Потому что нам надо сейчас... Мы сейчас заценим, мы сейчас слетаем. Я, короче, выполнил один квест по убийству зомбарей. Ну, это пока нашел книжечку, типа, в этом... В луте и принял задание. И пошел там отдубасил парочку зомбарей. Не страшно. Кстати, пока тут это все крафтится, значит, что мы сейчас вооружимся краской. Я краску тоже скрафтил чуть-чуть. Нам надо сейчас... Пока сколько это будет краситься? Минуты два. Да, пойдем пока что покрасим. По крайней мере, эту часть, где мы начали красить. Ох ты, чё? А чё тут такое? И тут продамажено. Вот, где краска? Иди сюда. Мы красили что? Не бетон, а мы красили... Черный телекран, шкафчик для лекарств. Вот, 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 да, вот этот мы красили, да? Этот, кажется, да? Ой. Да, вот этот, вот этот. Короче, мы, знаете, что сделаем, друзья? Мы сейчас используем... Мы используем одну штуку, называется он валик. Посмотрим, как это будет выглядеть с валиком. Во. Он сразу берет. Видите, как сразу видно, там дома, продамажено. Ах ты, падла! Я тут занимаюсь своими делами, а тут идешь, позвал своих корешей. Ах ты, шлюшка. Ну, ладно. Мы их тут сейчас забайтим всех. Идите сюда. Ты, блядь. Куда ты разогналась, на? Уу! Ах ты, шлюшка! Ну ты сдохни уже! Я тут занимаюсь своими делами, видишь, хотя вы тут, блядь, меня тут мешаете, паскудники, а? Все нахуй, лежать, бля. Не, ППшечка, конечно, крутая, если ее еще прокачать, она вообще будет бомба. Во-первых, это дешево, в плане то, что, ну, мало ресов, на патроши нужно. Как вам, друзья, музыка? Энергично, не? Блядь, куда ты залетел? Ну, видно сразу, да? Где у нас проблемные зоны? У меня музыка, конечно, нет. Не знаю, мне нравится, друзья. Вам как вам? Отличненько. Ой-ой-ой-ой, не туда, ешь ты, матрешь. Так, это мы сюда, ёп, вот так. Отлично. Что у нас здесь? Ага, хорошо. Замечательно. Замечательно. Заодно и здесь можно как-то так поиграться. Ух ты, блядь. Я
Не, ну, неплохо, конечно, выглядит, но... Ну, как тут будет это? А почему ты здесь не красишься, жопа? Ах ты, паскудник, а! Почему не красить мне это? Ладно, пойдем сначала вот здесь. Ну, ёптать, это просто... Понимаешь, это сейчас, конечно, может быть, как вы скажете, да, бессмысленная краска, краски. Ну, краску крафтить это вообще не проблема, это очень легко, и я не вижу в этом проблемы вообще никакой. Мы можем ее скрафтить без всякого якого. Потом будем видеть здесь, что тут происходит. Я, конечно, не понимаю, почему не красить именно под машиной, это есть. Ну, это только интересно очень, конечно. Так, ну. Да, походу, там уже все скрафтилось, блядь, пока я тут лазию. Ща, это все мы тут заценим. Блядь, ну, не знаю, как это будет все выглядеть, конечно. Да. Ага, второй уровень. Ставим на первый уровень. Так у нас яма... зеркальная яма смерти, блядь. Вот так мы назовем ее. Зато мы сможем сразу же проследить, где наш дамаг прошел по нашим сооружениям. Смотрите, красава, ёпты. Заодно и тут красится все, и вообще шикарно все. Ой-ой-ой, спокойно, блядь, куда ты там? Отлично. Отлично. Сколько у нас? Тысяч. Ой, блядь, еще краски до звезды. Окей. Не знаю, это ли я там тянул туда, или это уже было там. Ну вот такая, блядь, получается тут. Ух ты. Значит, наконец-то мне же покрасил. Вот почему здесь покрасил. Я не понимаю. Ладно, потом разберемся. Ах, вот в чем прикол. Ах ты, блядь. Не, не в том прикол, блядь. Тут, короче, как-то с угла как-то поставил, но его покрасил. Ну вот. Очень хитрая штука, блин. Как-то тут непонятно, как он тут и красит это все дело. Ну. Да ёпты. Ну, а так работает, да? Не, на это лезвие нажмем. Нет, не хочет работать на это лезвие. О, на это лезвие пошло. Так, здесь на лезвие. Нет. Нет. А здесь? Вот здесь. Блях ты, жопа. Я что-то не впетриваю, блин. Так, тут закрасил, все хорошо. Тут закрашено, все отлично, тут отлично. Так, нет, не хочешь. А здесь? Тоже не хочешь? А ты жопа. А здесь? Нет, тоже не хочешь. Ах ты, не все хорошо, все нормально, все отличненько. Так, еще остался один, да? Над ним пошаманить надо, и все будет нормально. Все. Вот, и сразу видно, дорогие друзья, зеркальная площадь, что где что продамажено, вот, например, сразу бросается в глаза, куда сразу надо уделить внимание, если вдруг там что-то полезет не так, как полагается, да, ну и здесь, сейчас даже раз уже все ввели, так будем вводить до конца уже. У нас еще краски дохерища.
Потом, конечно, еще базу покрасим, но это уже будет позже. Нам сейчас надо разобраться с этой, потому что это надо все. Это, конечно, будет все потом укрепляться, друзья. Это все будет, все это еще будет делать. Я еще раз говорю, да, вы, скорее всего, скажете, тратим краску. Ну, зачем? Ну, мне так хочется посмотреть, как это будет все, как это будет вообще работать в общей сложности на в этом процессике. Будет все ли нормально, все будет ли это как полагается, и все ли будет работать, как я предполагаю. Посмотрим. Потому что есть там очень темные краски, но они как-то, не знаю, это очень выделяется сразу, что видно. Тут что-то продамажено, сразу бросается в глаза. Я пробовал разные комбинации, но вот этот как-то более оптимальный вариантик. Вот. Отлично. Все. Вот такая у нас зеркальная тема. Вот. Супер, ну просто шикарно. Сразу видно, когда, например, там, где надо что-то починить, да, отсюда даже все видно. Не знаю, как это будет при свете, конечно, будет ли отражать свет в таком плане, то что, ну, посмотрим. Так, а здесь, значит, что, друзья, сделаем? Мы тоже сделаем, но только уже будем по одному идти, потому что, ну, я не хочу основную базу красить в этот цвет. Я там что-то какой-то другой покрашу потом. Здесь чисто так, чтобы я видел, что здесь что-то неладное происходит, или надо мне уделить этому вообще внимание. Вроде планировал делать одно, получилось другое. Ну не, мы, конечно, мы сделаем, сейчас там все сделается. Вот, это все будет, это все еще будет. Сейчас пойдем тут быстренько поработаем еще чуть-чуть. Кстати, нам надо еще будет укрепить вот эту тему, я как-то про нее вообще забыл. Ой, тихо, убери это, вот это, убери. Лучше с ППшечкой в руках походи, будет все нормально. Так, авиажир, ну и что? И крафтим авиажир. Автожир, блядь, авиажир. 3 минуты. А что хотел сделать? Что ты хотел сделать? А, я хотел взять бетон и пойти поработать, молись. Так, вот тут ничего у нас нету, камушки. И у нас булыжники у нас в кармане. Сколько у нас тут цемента? 400. Ну, хватит нам на нижнюю часть. Вот здесь, где-то сюда. Чтобы у нас здесь был бетон. А то как-то тут не по фэншую получается. Да, ну сейчас вот почему, к чему я создал сейчас бур, потому что нам нужен металл. И начинать надо будет уделять внимание уже добыче самого металла. Так. Вот, это отлично. Тут еще надо починить, пофиксить сразу, что все красиво видно, где что, кто, блин, куда цепанул, кто куда. Так, отлично. А, хорошо. Так, тут есть что-нибудь повреждено? Нету. Здесь вот есть чуть-чуть. Там все хорошо. Здесь отлично. Кто, подожди, что здесь было где-то? Что-то, подожди. А, это этот столбик. Он, потому что он дамажится, независимо от того, когда он работает, или, по-моему, бьют и не бьют, он все равно дамажится, если эти зомбари залетают. Так же самое, как и дамажатся вот эти. Ты один раз рубил, они уже не будут 100%. Но это и логично. Они ж изношаются, моляя наших пацанов в клочья. Ну, сами видели, как мы там их просто рубили на мясо. Особенно собак. Бедные собачки. Просто отлетали на как щепочки, блин. Так, что у нас еще здесь? А вот здесь еще нас, тут еще. Но здесь они продамажены, потому что я здесь, когда был в офлайне, я копался там. У нас же здесь там за этой стенкой шахта. И я как-то слишком громко уже там себя вел. И подошел слишком близко к стенке. И заодно пришла еще крикуха. И, короче, они все вместе на меня напали. Ну, и то, что они пытались пробиться, но у них это, конечно, не получилось. Отлично. Так, хорошо. Здесь все. Вот, еще одна. Нет, это нет. Вот, это отражение просто было. Так, хорошо. Так, здесь все отлично. Здесь все отлично, все хорошо. Вот, тут чуть продамажили. Ой, японский, не туда же я ткнул. Ну ладно, хер с ним, пусть будет. Вот, еще чуть-чуть осталось. Проверим, пробегаем. Так, тут что? Блядь, ну очень много, блин. Нельзя их как-то укрепить, блядь. Чтобы у них больше было хпшечки. Так, тут ничего у нас больше. Да, все починено, все нормально, все отлично.
Окей. Потом я еще планирую поставить сюда. Блять, вот такие пропеллеры на мясорубочке. И чтобы они их уже сразу сюда забрасывали, их набрасывали прямо на мясорубки и их просто, просто уничтожали. Не знаю, как это будет на практике, но идея, конечно, интересная. В моем взгляде, короче, довольно-таки прикольненькая. Так, это я просто чисто проверил, или работает все. Так, хорошо, ну что у нас здесь? Дружище, готов? Блять, ну сейчас будет эксперимент. Короче, заодно мы сейчас слетаем к торговцу. Жаль, что это нельзя продать. Может быть, что-то там можно будет купить. Такое полезненькое. Так, я тут что-то еще здесь хотел продать. Ну ладно, блядь, пока что оставим. Это что? Восприятие. 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 Подожди, я ничего не понимаю, ладно. У меня уже есть одно восприятие, зачем тебе еще одно? Это горнолыжная маска, это ловкость, да? Это ловкость, это у нас получается восприятие, а это бонус добычи. Плюс 9, ну да, хорошо, ладно. Кстати, машину надо перекинуть сюда. И эмоции сюда надо перекинуть, потому что у меня здесь валяется такая вот штучка. Так, хорошо, что у нас здесь? 190, это что у нас? Железные ботинки. Кстати, знаете, друзья, мы, наверное, это починим, починим, починим и продадим. Это пусть пока что стоит здесь. Панчо, что за панчо? Это пусть стоит. Так, это мы тоже продадим. Нахер нам сдалось это все, эти чушь. То есть 40 шума, усиление сопротивления эффекту, выносливость. Нет, нет, это не надо. Короче, это все мы продадим. Что нам здесь не нужно. Так, пошли экспериментировать, блин. Ща, блядь, я, кажется, разобьюсь нахуй в прух и в прах. Блять, твою мать. Меня уже напрягает. Так. Вообще, как это? Я не въехал, блядь. Как на нем летать вообще? Пиздец, полетали, бля. Насколько мы продамажили наш этот. Ёбаный кабан. Это как нахуй я разве. Подожди, знаешь что, друзья? Давайте где-нибудь взлетим здесь. О, блядь, это вы что здесь нахуй? Орда. Пацаны, вы что, блядь, здесь заблудились нахуй или как там? Да давай, иди сюда, пацаны. По одному подходите. Ну, мистрички сюда на. Ты нихере себе, ты такая живучая женщина. Я тут пытаюсь, блядь, взлететь, а вы мне тут мешаете. Короче, блядь, продамажили мне, походу, моего Златна. А не, не страшно. Так, подожди, блядь. Надо подожди, сейчас настройки, блядь. Управление. Движение. Транспортное средство. Турбо, shift, пробел, тормоза направо, да. Вперед, налево, турбо, прыжок, гудок. Ну ладно, подожди. Я что-то не понимаю, как я могу взлететь? Тормоза. Ебать, ты что творишь? Черт!
Ебать нахуй. Ой! Ебать, как же с тобой летать нахуй вообще? Сломал ноги нахуй вообще, ебись, чистая сила. Я не въезжаю. Я не могу... Охуеть. Нет, это, короче... Кто там, бля? Ты кто, бля? Иди сюда, на кенгуру, блядь, собака. Ты кто такой? Ослик. А. А я смогу тебя сейчас залутать? Херс 2. Ты же рядом находишься с этим. А, не смогу. Не, короче, надо мне потренироваться с управлением этого автожира, ептовать. Сука, ноги только нахуй сломал, блядь. Твою мать, ну как так? Ну ладно, хер с ним. Блядь, нож... Ножки в жопу вбил, короче. Ты охерела, блядь? Я, конечно, тут, блядь, страшный человек вообще. Так, где тут, блин? 25. Это 25 минут. Так, это сюда, блин, надо поставить. Чтобы я не просрал его. Продаем это все. Не знаете, металл ли мне будет понадобиться куда-нибудь в дальнейшем? Без понятия. $18 000. Есть что-то такое интересненькое? Верстак, охотничье ружье 4 уровня, довольно-таки такое мощное, бля. Дневник том, так мне надо какой-нибудь том. Сокровище пустошь. Научитесь добывать латунь из дверей и больше никогда не старайтесь отсутствовать. Ну, блядь, возьмем. Мы ломаем двери, пусть будет латунь у нас. Так, что еще здесь интересного есть у нас? Блин, этот автожир, мне надо с ним как-то разобраться. Я не въезжаю на нем летать, ну да ладно, блин. Как-нибудь да разберемся, блин. Так, что тут еще есть? Кузнечный мех, ну нам это не нужно. Мы сами можем скрафтить латунь. Свинец нам не нужен пока что. Это все у нас это есть, так и так у нас это все есть. Что здесь? Одежда нам тоже нахер не сдалась. Что здесь? Что здесь? Пули... Запчасти. Ну, ничего такого толкового у нас нету, друзья. Здесь. Иди в баню. Я должен как-то разобраться с, блядь, с полетом этого автожира сраного, блин. Ладно, пойдем. У нас есть рядом здесь, кстати, заодно покрафтим металл. Ну, я не знаю, навряд ли я сейчас смогу улететь опять, блядь, на автожире. Ну, я улететь, может быть, я улечу, а вот приземлиться это вопрос. Так, где мой металл, блядь? Я же здесь металл добывал. Я больше промазал, чем, блядь, в него попал вообще. Так, где мой бур? Тут мы где-то добывали металл, да? Да, вот он. Нам нужен металл очень много. Надеюсь, его тут достаточно будет, чтобы мы могли нормально тусить и проживать. Так. Нахуй вас песок сдался, дайте мне металл. А?
Надо, чтобы на меня башку не рухнуло это все дело. Я чуть не хочу умирать по своей глупости, блядь. И уже не раз так случалось. Ладно, не в этой серии, но ну, не в этом прохождении, но на втором аккаунте я просто, блядь, сдох как муха. Под своими же своими завалами же. Давай, загружайся. Тут довольно, скажу, неплохо металла, бля. Давай-давай-давай, работаем. Текс, давай-давай-давай, работаем. Да, тут металл у нас просто дофигища, это хорошо. Ну ладно, дофигища-то еще нам надо это все расплавить, блин. Давай-давай-давай. Не спичу-то как-то... О, тут еще у нас есть и вот такая вот тема, да? Ой, блин, у нас есть... А откуда это добывалось? А вот оно. Селитра или кто-то, что у нас получается, да? Был бы еще супер, если тут еще уголь у нас был бы. Вообще был бы огонь. Да что ж ты будешь делать? А чё у нас такие, какие-то неровности, дырки какие-то некрасивые? Надо как-то все сравнять красивенько. А где это, блин, сели... О, вот она сюда идет, где-то туда, вот сюда есть какой-то... Да, вообще отлично. У нас тут еще, накрещал час, у нас уже два здесь ресурса есть. Отлично, это радует. Не, ну конечно. Бур это... Вообще имбовая вещь. С ним вообще как-нибудь строительство и вообще добыча всяких ресурсов. Блин, это просто шикарно. Ой-ой-ой, тут нормальные залежи, походу, да? Нам бы еще свинец бы добыть, вообще было бы бомба. Ну прям захотел все, бля, прямо с одного, блин, места рождения, да, и свинец, и металл, и, блин, селитр, ой, этот, как, кто, получишь, что, подожди, кстати, что это такое у нас, подожди, что это у нас? Порошковые селитры, ну да. Мне казалось, что тут зомбарь был. Ладно, поработаем чуть еще. Может, что-нибудь еще здесь найдем? Да ешь ты матрешки, ну. О, идут красавчики. Давай, пацаны, сюда ко мне. Я здесь. Давай, сука.
Да так падай, что ты там копаешься? Дружище, я здесь. Ой, прям на лицо мне упал, тварь, а. Так, короче, надо сейчас как-то отсюда выбраться еще. Вот. Отлично. Так, ты что? Супер. Ну что, друзья, дубль номер два, блядь. Я постараюсь, конечно, улететь сейчас отсюда нормально. Не, я под клейши потренируюсь еще потом. Стоп, блядь, тут что кричит на меня? Или меня поключило, или меня поглючило, короче, меня поглючило, походу. Так, наш дом там, где наш... Сколько мы металла? О, нормально металл набрали. Плюс-минус так. Ну что ж, блин. Попытка номер два, нахуй. Ой, мы продамажили его, блин, нормально, так неплохо. Кстати, блядь. Так, подождите, блин, ну... Так, подожди, ну я что-то не понимаю, блядь, как, почему ты не взлетаешь? Тебе меня не понимаю. Что ж тебе не нравится, дуб, блядь, ну? Так. Так, подожди. О-о-о, мне надо сейчас понять, какая кнопка отвечает за подъем. Ебал, блять, это просто пиздец. Ладно, короче, так, ну, все, пошло. Ну. Так. Ну это стоп, он тормозит. Ебать! Не, я что-то вообще не впетриваю, блядь. Как он работает вообще? Иди сюда, жопа. Ну. Отрубаем управление клавишей, да, хорошо, какой-то мышью. Угу. Нихуя не понимаю. Ну, блин, запарило меня, короче. Я тут вангую, блядь, как с этим гадостью управлять вообще. Так, главное, Е-букву не нажимать. Чтоб меня нахуй не выкинуло опять из машины.
О чем я говорил только что? Главное Е-букву не нажимать, если нажал, блин. А почему ты нажимаешь? Почему я нажимаю Е-букву? Окей, хорошо, допустим. С, она идет. Ах, ты вот какая жопа. С, это у нас. Мне надо нажать, все равно мне надо нажать, короче, давай где-то тут такое более-менее ровненькое место найдем, чтобы приземлиться нормально, да? Вот, например, сюда, да? Крен нос у нас нормальный. Нормально, давай. Давай, красава, идем, хорошо, идем. Ну просто, я все понял. Все, я все понял. Space, ты нажимаешь, ты взлетаешь, потом ТЦ регулируешь свою высоту. И все. И так летаешь. Замечательно, все. Понял, все. И спейсом ты опять поднимаешь крен носа. Все нормально. У тебя же спейс работает и как поднять высоты, набор высоты, как и как тормоза. Отлично. Сейчас надо, главное, до дома добраться вживую. И приземлиться на крыше. Это будет вообще шикарно. Блядь, ну там крыша, хуй крыша, там у меня деревьев, хуй его туча, блин. Я там не смогу распределить... правильный вектор, блин, тяги и вообще вектор снижения. Да, надо будет деревья все спилить нахер. Вот там я вижу же дом. Ну, в дом мы не приземлили, на крышу мы не приземлились, но в общей сложности мы нормально. Мне просто надо деревья убрать, чтобы я понял, куда мне лететь и вообще, куда мне вообще что делать. А то мне довольно-таки трудно было ориентироваться и довольно-таки, кажется, не знаю. Мне, ну, конечно, придрочиться к этому делу всему. Потому что довольно-таки проблематично. Так что вот такие дела, друзья. Так, короче, пойдем сейчас. Ой, это все туда, надо починить нам ногу. И... А то я что-то хромаю вообще, и ничего не происходит. Мне здесь очень все больно, все болит, ноги переломанные. В жопу прям вбили их. Все нормально. Так, все. Так. Поставим сейчас металл сразу, кстати, плавится. Где у нас металл был? Здесь у нас включить. Будет тут плавиться очень быстро. И здесь, ну, надо нам, блин, создать еще один. Давай. Так что надо для, чтобы создать два меха. Закройся, ешь ты, матрешки. Что надо создать, чтобы создать два меха? Где меха? Меха. Это у нас будет где-то здесь, да? Нет, какой здесь? Здесь. Ну, или нет, или будет это здесь, скорее всего. Ну да, скорее всего, здесь. Так, меха, лучный, так, изолента, гвозди, кожа, все это есть, изолента у меня есть дохерища, кожа у нас тоже, трубы просто целая. Изолента, да, что там еще надо было? Что там надо было еще? Да, бля, беру все, то, что, блин, нужно и не нужно, вообще не помню. И а чего мне не хватает? Где меха? Доски, гвозди. А, доски, гвозди. Доски, гвозди нужны еще. Я, скорее всего, взял то, что нахер мне не нужно. Ну, да ладно. Там надо раз, два, три. Три штучки еще. Три штучки надо создать мехов. Раз, два. А почему не могу? Ах ты жопа, жопошная. Ладно, тогда сделаем по-другому чуть-чуть. Клейкая лента. Мне надо ткань. Мне надо... Не хватает изоленты. Ну, это будет долго, блядь.
Итак, что надо так... Нет. Нет, здесь должно быть так. Где ты? Лучный... Так. 13 мне надо... В общей сложности мне надо... 15, да? Ой-ой-ой, ну ты загнул. Изготовить. 3 штуки. А здесь мы сделаем так. Мы здесь будем их создавать лучше клейкую ленту. Здесь создадим. Изготовить 35 штук. Потому что все равно один по одному получается. И мне надо создать еще ремонтный набор. Штучек 5. Изготовить. Все отлично. Так, меха мы сейчас поставим туда. И будет все у нас чики-пуки. Ну, значит, все нам не нужно уже здесь. Вот это, вот это, вот это. Ой-ой-ой, ну ты иди сюда. Куда ты пошел? Тебя не сюда. Из ленты сюда, так. Ресики. Мне нужен уголь. Вот что мне еще нужно, кстати. Нам нужен еще уголь. Так, мясо я не буду сейчас использовать, в связи с тем, что я хочу потом покрафтить какие-то блюда. Так, овец жир, так, мне надо починить себя, дружище. Так, что у нас с мехами? Один готов. Пошли, установим его. Включаем. Пусть это все, ну, гораздо быстрее будет происходить. Так. Дальше что у нас? Подключен с гаечным ключом. Первый уровень, бур 5, бензопила 5. Вот это, блин, еще построить парочку, блин. Дробаши, конечно, мощные вещи, мощная вещь. Не знаю, посмотрим, может быть, и построим потом. Перед следующей волной. Как у нас будет с ресами. Мне, ну, сейчас в первую очередь надо в сталь как-то уйти. По возможности быстрее. Ну, это будешь в офлайне, конечно, побегаю, пособираю металл там, там, где мы были, потренируюсь в полетах на автожире, блин, потому что, ну, тут, блин, жестоко все это получалось. Только, блин, хпшку просрал, только так, ладно, попить водички надо, кстати. Давайте попьем вот такую тему. Сюда покушаем что-нибудь интересненькое. Что у нас здесь есть? Давай суп хлебанем. Собачий корм сожрем. Надо даже два сожрем. Корма. И коробочки. Я их начал собирать, потому что, ну, специально, чтобы потом в дальнейшем масло, когда будем крафтить, чтобы не использовать металл на том, чтобы чисто это покрафтить. Так, хорошо, ладно. Меха сюда. Ой, зачем мне? Тут же нету металла, ничего нету здесь. Ладно, так, бетон, так, хризант, это мы сюда поставим. Или нет, это не сюда, это не сюда, это вот сюда. Потому что нам надо для минералки эту тему. Как и золотой этот, как его, золотой этот, как его там, шнягу эту. Так, что у нас здесь осталось, так. Окей, хорошо. Все плавится, все крафтится. Ну, это будет довольно-таки, блин, продолжительный процесс. Окей, друзья, на этом мы сегодня попрощаемся с вами, друзья. Если вам понравилось, конечно, лайк. Ой, блядь, понравился лайк. Красавчик. Если понравилось видео, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии по поводу этого видосика и рекомендации к этому данному ролику. Потому что, ну, с автожиром, блядь, как-то надо потренироваться, надрочиться, летать. Довольно-таки такая неудобная штука, надо разобраться. Но более-менее разобрались, так сейчас надо как-то таймингом разобраться со скоростью управления этого всего дела. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.